Всем кукусь, ребят. Ну что, продолжаем наше выживание. Блин, пришлось переиграть. Не знаю почему. Но сохранение, которое у меня было последнее, на чем я закончил, у меня не захотелось загружаться. Так что пришлось заново начинать и заново все переделывать. Да, кстати, что у меня из новенького, я нашел вон в том месте квадроцикл, на котором теперь можно кататься и добывать ресурсы. Да. Поездил, подобывал ресурсы. Не знаю, хватит ли меня на сегодняшнюю постройку, либо не хватит, будем смотреть. Но сегодня я хочу построить. Так, давайте смотреть, что у нас тут есть. Нет, не сюда. Чертежи. Чертежи, что у нас с вами тут есть новенького. Так, гараж, ага, ресурсы. Насосную станцию хочу поставить, попробовать. И аккумуляторная батарея. По идее, если я сейчас поставлю сюда аккумуляторную батарею, наверное, куда-то сюда можно влепить. Не знаю, посмотрим. Либо сюда, либо сюда. Так, чтобы она мешала. Да, давайте, наверное, сюда ее влепим. Попробуем ее скрафтить и посмотреть. Может, у нас как раз будет на это, как его, сохраняться здесь с вами наш заряд. Так, отлично. Теперь давайте смотреть, давайте разбираться. Ага, сюда входит, сюда выходит. Правильно я понимаю? Значит, нам что нужно сделать? Нам нужно будет взять вот это вот шнур. Так, давайте на... Не-не-не, куда ты садишься? Я хотел на вышку нажать. Вот. Берем вот этот вот шнур. Я думаю, немножко хоть зарядилась. Втыкаем во сю-сю. Да, насколько я понял, правильно? Бум. И отсюда теперь мы сможем с вами выдавать. Так, у меня, по-моему, на пятерочку, да? На пятерочку у меня провода, да. Так, давай подключать и давай смотреть. Так, ты идешь у нас вот сюда. Нужно будет, конечно, еще сделать зарядное устройство для нашего квадроцикла, но этим мы займемся немножко позже. Так, давайте смотреть. Так, выход, вход. Угу. Мощность выхода. Сейчас, секундочку. Давайте разбираться, давайте смотреть, потому что я так и не понял. Выход. Угу. Киловатт. Что от меня хотят? Насколько мощность выхода? Не знаю, главное сейчас не перекрутить. Я не знаю, до скольки процентов оно сейчас будет идти тут. До сотки или больше? Нет, больше. Так, но мы выдаем мощность выхода 20-ка, правильно? Значит, мы сюда 20-ку ставим. Насколько я понял, или нет, или как, или что. Мощность выхода. Давайте 20-ку попробуем поставить. Больше, в принципе, у нас, походу, и нету. Интересно, 11 и 7. Угу. Все, в принципе, должно работать, правильно я понимаю? Так, кто в курсе, как говорится, кто разобрался в игре, что мне надо сделать? Может, мне мощнее просто надо? Мощность входа 20, ну и мощность выхода 20, правильно? Или как? Объем 13,3, 180 в час. Ладно, давайте зайдем, посмотрим. Давайте зайдем, посмотрим. Да. Так, здесь я поставил, получается, у нас... Угу. Тут мы будем, получается, выращивать наши семена, а здесь и они здесь будут у нас, получается, до финального уровня. Так, доходить. Давайте смотреть. 0000. Питание. Так, ну нам пока мисс, наверное, думаю, не надо. Мы будем проверять.
Не знаю, я сейчас хочу попробовать посадить семена просто так, семена посадить сюда одни и сюда посадить, получается, пару семян. Но для этого, наверное, нам нужен кислород, правильно? А кислород, чтобы добыть, нам нужно тоже, по-моему, строить там насос. Так что давайте покамись пойдем на улочку и посмотрим, что мы сможем с вами еще построить. Блин, самое интересное, что здесь только один вход и один выход. И эти провода нельзя соединить. Ну, то есть, что нельзя с одной солнечной панели, к примеру, соединить их 4 штуки и всунуть в один. Сюда. Ну ладно. Так, давайте смотреть. Технологии. Нет, пока не до технологии. Что у нас еще есть с вами? Фонарный столб. Не. Насосная станция. Давайте посмотрим, что такое насосная станция. Угу. И это ли оно, либо нет. Ну, тут есть какие-то входы-выходы на кислород и на воду, я вижу, да? Но будет ли она работать? Хорошо. Так, что у нас есть с вами? Тут один. Тут один, тут семь. Прикольно, давайте распределим. Семь штучек. Так, болгарку. Ну, давайте на болгарку. Mechanics, technology access level Угу, increased. да. Available point for technological advancement. Так, детектор я не могу, внедорожник не могу, да? Дальше что могу? Компрессор, да, кстати, сейчас кое-что. Mechanics, technology access level increased. Так, Available point for technological радио advancement. я не могу. Так, могу, да? Угу. Mechanics, technology access level increased. Available point for Вот, technological да, я advancement. понял, все. Для вот этих вот детектора мне нужны чертежи. А чертежей у меня с вами нету, к сожалению. Ладно. Давайте смотреть, что здесь. У нас одно очко есть насос. А здесь у нас резервуар. Дай. Да ё-моё, резервуар с кислородом, да? Или что это такое у нас тут? Так, реактор. Угу. Улучшение колодца. Нет, а где? Где? А я даже без понятия, где оно. И что я хочу? Так, давайте смотреть. Маленький кто? Маленький. Что там маленький? И фильтр углерода превращает ее в кислород. Также же производит баллоны CO2. Давайте попробуем. Materials, technology Все, access level increased. отлично. Available point for technological advancement. Верстак. Более умелые руки. Угу. А здесь у нас с вами увеличивает емкость аккумулятора. Нет, пока я думаю, не надо. Аккумуляторные блоки служат для хранения. Давайте попробуем сюда пойти. Electricity, Так, technology все, access level отлично. increased. Ну, Available point for technological advancement. все, я понял, да. Давайте смотреть, что у нас по чертежам добавилось здесь. Так, это была мастерская, это инкубаторы. Так, насосная станция. Угу. А это у нас куда ставится? Это, наверное, у нас внутри, да, ставится? Правильно я понимаю? Идемте смотреть. Наверное, это у нас внутри устанавливается. Low pressure line. Наверное, эта штука должна внутри устанавливаться, насколько я понимаю. Только куда? Давайте, наверное, одну штуку эту разберем. Да, кстати, если вы будете разбирать какие-то электрические вещи, наподобие аккумулятора и солнечной батареи, то будьте осторожны, потому что она бьется током. И нужно иногда солнечные панели очищать с помощью компрессора. Во, да. Потому что батарейки у нас будут с вами. Все правильно стоит же, правильно? Давайте смотреть. Давайте смотреть. Грелочка. Потому что после бывает, как его бури, а тут бури бывают, солнечные панели загрязняются. И что тут нужно делать? Так, хорошо, мы открыли. Использовать. Так. Наполнение кислородным баллоном. Наполнение баллона с углекислым газом. Запустить производство кислорода 4.23.
Так, запустить. Ага, это мы производим, правильно я понимаю? Или нет? А ну давайте смотреть. Это у нас пошло, правильно я понимаю? Или не пошло? Угу. Наполнение кислорода баллоном. Так, я боюсь тут что-то крутить, чтобы у меня ничего не бомбануло. Потому что я себя знаю. Угу. Эти, наверное, сюда шланг нужно подключать, да? Подводить или нет? Так, идемте смотреть. Идемте на улочку. Идемте разбираться. Угу. Но мне сюда нужно вставить кислородный шланг. Ладно, придется, наверное, построить вот эту вот, как у нас была, насосная станция, правильно? Так, а насосную станцию мы сможем с вами поставить, к примеру, куда-то вот сюда рядышком? Или нет? Блин, хотелось бы рядышком ее поставить. Во, можем рядышком поставить, да? Отлично, так, вход, это выход на меня, вход, сюда выход. Так, давай нажимаем троечку. Давай нажмем вышку. Так, не, встань. И давай тебя изготовим. Недостаточно материалов. А чего недостаточно? Стой, погоди. Да я понял. Выйди отсюда, пожалуйста. Алло. Выйди, 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 выйди. Все, домой, 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 домой. Чего у меня недостаточно? Так, ага, платы у нас не хватает, да? Правильно я понимаю? А где я плату возьму, чтобы тебя построить? Это нужно ехать куда-то в комплекс искать. Здесь я был. Так, платы там нету. Ладно, давайте попробуем. Может, попробую что-то разобрать. Не знаю, используется тут плата, либо не используется. Давайте попробуем здесь разобрать эту штуку. Я думаю, так много инкубаторов нам, в принципе, не нужно. Я хочу попробовать сюда запустить кислород. Так, маленький двигатель под шуруп электроника. А. Вроде как какая-то электроника есть. Так, 50% кислорода у меня. Хорошо, с этим мы разберемся. Ничего страшного. Мы пополним кислород. Благо, он у нас есть. Так, не то. Ага. Ну ладно, придется садиться на квадроцикл и ехать. Ну давай для этого, наверное, мы сейчас пополним наш кислород. В скафандре поедим, попьем. И съездим вон туда. Посмотрим, есть ли у нас плата. И будем разбираться. Так, давай, открывай дверку. Хотелось бы в этой серии что-то уже сделать, подключить. Так, летающие провода, не обращайте внимания. Что я хотел? Ага, я захотел зайти в инвентарь. Взять О2 сюда, здесь отсюда выйти, сюда нажать и заполнить баллон. Сейчас то же самое сделаем с водичкой, я думаю, и поедем. Так, все, запрятать. Угу. Не всегда оно прячется, приходится выкидывать и опять ложить в инвентарь. Так, все. Идемте наполним водой и как раз ездим, осмотримся. Мало ли, может что-то сейчас и найдем. Так, инвентарь H2O сюда, хорошо, давай. Наполняем. Бум, есть, отлично. Так, выбросили, подняли, положили, все. По-другому он у меня не срабатывает. Может, у вас срабатывает, у меня нет. Так, дай сесть, дай нажать вышечку. Во, и поехали, посмотрим. Конечно, это у него максимальная скорость, по-моему, 20-ка, но лучше, как говорится, плохо ехать, чем хорошо стоять, правильно? Так что поехали, посмотрим. Не знаю по поводу экспедиции, тут нужно будет делать экспедиции по планете, и куда его ехать бы далековастенько. Наверное, с квадроциклом не получится. Нужно будет посмотреть,
Если не ошибаюсь, то здесь есть марсоход. Вот в него можно будет как-то все загрузить. Но до этого еще далековастенько. Нам для начала нужно построить хотя бы изначально какую-то каморку, кроватку, чтобы мы смогли с вами отдыхать. Потому что здоровье 100% не восстанавливается из-за того, что ты сидишь на кресле. А не лежишь на кровати, не отдыхаешь. В принципе, вода, еда пока мисс есть. В принципе, пока мисс есть. Но я бы хотел бы, знаете, что сделать, наверное, этот, как его, прокачать свою болгарку и пораспиливать вот это все. А я не могу еще пока мисс все разрезать. Не могу. Это жалко. Так, что это, планшет? Так, забрали, забрали. Давайте смотреть, есть ли тут платы. Так, солнечные элементы. Хорошо. Кружка нет, мы не берем. Даже стиральная машинка есть. Прикольно. Использовать. А ну. Пипи-кака. Ладно, все. Хватит. Потом будем делать пипи-кака с вами. Так. Мне нужна плата. Я сюда за платой приехал. Дай мне, пожалуйста, плату. Это не то. Ну, и на этом спасибо. Канистра. Ага, нет, не берется. Кубик-рубик. Киндер-пинговик. Я люблю. Так, хорошо. Давайте попробуем подняться на... Тут ничего нету, на второй этаж. Я, походу, не заглушил, да, наш мопед? Ага, на втором этаже ничего нету, уже все сгнило. Ладно. Давайте смотреть... Что у нас и где есть? И мне главное сейчас не потеряться бы. Мне главное бы не потеряться. Так, откуда я приехал? Приехал я оттуда, да? Да, приехал я оттуда. А куда бы его поехать бы? Ребят. Где у нас тут поблизи еще есть? Так, ага. Вот тут стояли насосные станции. То, что я пытаюсь доделать. А тебя я тоже, да, не разберу никаким образом. Угу, да, нет, и тебя не разберу, и тебя не разберу. Хорошо, ладно, садимся на наш байк и поехали. Только куда ехать, я пока без понятия. Так, на вышечку нажали. Давайте, наверное, куда-то в эту сторону. Потому что без этой платы я не смогу дальше строиться. И главное не заблудиться, найти дорогу домой. Я просто не уверен, что я могу на данном этапе делать сейчас платы. Может что-то разобрать, а что я разберу? Мне в принципе все там надо. Скутер наш разбирать я точно не буду. Так, я просто оглядываюсь назад, чтобы понимать, куда потом назад ехать. А я вообще ничего не вижу, да? Рядышком домов нету. Так, а что это пищит? Это байк на море пищит. Вон вдалеке что-то есть. Так, надеюсь, это байк пищит, а не мой радиационный костюм. Из-за того, что мы заехали куда-то не туда. Так, ну, попробуем потом, если что, по следам вернуться. Если заблудимся. Не хватает здесь шифта. Чтоб шифт нажать и так... И вперед уехать. Да, не поверите, я фармил камни. И чтоб добыть по 200 камней. Здесь плюс-минус по-нормальному. То есть ушло часа 2, наверное. Так что, если вы захотите поиграть, рассчитывайте, что изначально... Все ваше время будет уходить на раздолбывание камней. Возвращение на базу. Поспать, набрать водички и дальше опять долбить камни. Здесь, конечно, попадаются вот такие вот кусочки. Так, можно мне встать? Вот такие кусочки попадаются, но они маленькие. Поднять. Что-то мы с вами подняли. Ну ладно. Так, садись. И поехали, посмотрим. Мне по одну плату. Какой-нибудь паёк бы, наверное.
Блин, а сколько сейчас времени? Дай посмотреть. Ага, 17:45. Скоро будет уже темнеть. Ну, надеюсь, до темноты мы справимся. Ага, у нас голод. Хорошо. А сможем ли мы покушать? Нет, не сможем. Нам нужно будет остановиться. Так, давай останавливаемся. Заходим с вами в инвентарь. И давайте немножечко... Немножечко покушаем. Еды у нас мало. Так, давай смотреть. Плата. Будь, пожалуйста, здесь. Единственное, не понимаю, почему у меня не выключается... Так, канистра. Ага, не могу взять. О, еда, это хорошо. Еда, это всегда хорошо. Так, давайте смотреть. Здесь все прогнило уже, да? Так, кокуле. Душ. Угу, понятненько. Платы у нас здесь нету. А я даже не знаю, что мне делать. А это не открывается, да, полочка? Да, и здесь, походу, пусто. Совсем тут не густо. Здесь пустота, да? Везде и тут пустота. Так, канистра не берется, канистра не берется. А здесь, походу, просто выход. Правильно понимаю? А не. Что-то даже есть. Так, мне большую плату, пожалуйста, дай. Ага, спасибо. Пустота. Так, планшет. Я не знаю, что с планшетом делать. В планшете, по идее, должны быть эти, как его... чертежи, но не знаю, как с ним взаимодействовать. Нужно будет разобраться. Так, давайте включим свет. Смотрим, шуруповерт мне не подходит. Это все Это как его... Нельзя взаимодействовать. О, вот она. Моя ж ты заячка. Так, отлично. Давай тебя. Вот в тебе тоже пусто, хорошо. Так, органическая. Ага, мы можем взять с собой? Можем, прикольно. Инструменты. Баллон, кристаллы. Ничего не берется, ничего не берется, да? Здесь ничего не открывается. Давайте посмотрим, сюда зайдем. И поедем домой, баиньки, если тут что-то. Бум. Так, кто все платы забрал, а? Кто на медь все забрал? Так, о, цемент мне надо. За цемент спасибо. Канистр для газа нельзя взять. Это маленькая плата. Берем, хорошо. Но здесь тоже, да, пусто. Угу. Так, канистру нельзя взять, ладно. Идемте домой тогда. Главное сейчас выключить фонарик, найти наш звездолет и поехать домой, потому что через пару часов скоро начнет холодать. Я как бы не хочу замерзнуть. Так, а нам нужно ехать, получается. Получается, просто назад. Так, садись. Ну давай, нету времени на вот эти все игры. Алло, Ира. Так, едем домой. Так, разворачиваемся и, по-моему, как-то куда-то вот сюда. Все, поехали. Ну, хотя бы плату одну нашли, и то это радует. Но не факт, что она нам поможет. Warning. Предупреждение. О чем предупреждение? Ага, через час начнется холод. У нас с вами час, чтобы добраться домой. Окей. Ну ладно, чтобы торнадо сейчас тут не было. Блин, не знаю, успеем ли мы за час сюда добраться. Если нет, то придется сразу стартовать с нового сохранения со старого и возвращаться вот сюда. А, мы теряем здоровье, да? Я смотрю, да. Беда, печалька. Я даже с собой аптечек не взял. В чем прикол?
чем прикол, я даже не взял с собой аптечек. Знал бы, что такое будет, взял бы аптек. Ну ладно, что-то как-то оно подтупливает немножко. Но по идее мы правильно едем, по идее. Так, все еще теряем, да, все еще теряем здоровье. Хотя я точно не уверен, что мы правильно едем. Да-да-да, приближение нехватки сна. Но, по-моему, аптек я с собой не захватил. Я, конечно, сейчас проверю. Но, по-моему, аптечек я с собой не захватил. Инвентарь. Так, электроника, еда. Нету аптечек, у меня нету. Да-да-да, предупреждение, я понял. Так, нужно запомнить. В экспедиции нужно брать с собой аптечки. Такие даже маленькие. Так, давайте, наверное, ребята, я предлагаю, как сделать. Я сейчас перезапущусь, съезжу на эту базу, возьму, получается, оплату. Вернусь домой, и мы с вами продолжим строить, потому что... Это будет очень долго и нудно. И так, все, съездил я, забрал плату. И как раз даже, я думаю, нам хватит времени еще что-то построить, пока мест темноты не будет. Так, давайте дальше смотреть, что мы тут, чертежи. Сразу подкрываем. Нужно будет достроить то, что я строил. Так, давайте смотреть. Аккумуляторная батарея, трансформатор, аккумуляторная батарея. Давайте аккумуляторную батарею мы, наверное, с вами вернем вот сюда. Я думаю, вблизи можно так ставить, и ничего страшного, правильно? Так, выход будет вот сюда. Так, бум, есть. А здесь рядом давайте построим эту вот штуку. Где ты? Насосная станция. Я не знаю, как ее правильно тут бы установить бы, чтобы, может, ее сзади нужно устанавливать, а может и нет. Так, давайте вот так попробуем ее подсоединить, попробовать ее собрать. Сейчас как раз посмотрим. Бум, хорошо, есть. Так, у нас теперь есть... Три входа и три выхода. Так, это у нас идет на кислород. Только и вот тут у нас идут. Отсюда, наверное, что-то должно поступать, а сюда выходить, правильно? Но если я сейчас подключу, к примеру, сюда... Так, давай смотреть. Давай смотреть, давай разбираться. Так, устройство не обнаружено. Насосная станция. Угу. Общий вход, общий выход. Так, где наша труба? Нам, по-моему, труба нужна, да? А это че, этот шланг нужен? А шланг у нас, по-моему, на шестерочке. Давай попробуем кислород включить и сбегать вот сюда. Бум, есть. Давайте проверять, будет ли оно так работать. Ну, что-то мне кажется, навряд ли. Так, общий вход, общий выход. Это что у нас такое? Ага, вот сюда, 30%. 100%. Ну? Устройство не обнаружено. А что мне нужно? Мне нужно что-то сюда еще, да? Подставить, чтобы оно отсюда добывало у нас кислород. Сюда можно, наверное, подключить воду. Насосную станцию. Так, а давайте попробуем сюда водичку клацнуть. Так, давай мы попробуем тебя сделать вот так вот. И проверить тебя вот так. Плюс еще нажимаем шестерочку. Берем в руку трубу. Так. Вода и... И вода сюда, да, по-моему? Бум.
Так, аккуратно. Вроде лежит, вроде аккуратно. Давайте смотреть. Так, колодец 50%. Да, нужно сюда будет что-то подключить. Так, 100%. Угу. А что сюда нужно нам тогда? Так, давайте подальше отойдем, чтобы оно не гудело. Оно меня напрягает немножечко. Так, технологии не то, чертежи. Аккумуляторная батарея, трансформатор, понятно, насосная станция, ресурсы. Так, трансформатор это не сюда, ботаника, холодильник, это что такое, машинка для... Так, для пищи приготовления, а здесь у нас идут материалы. Так, давай смотреть насос, фильтр. Так, превращающий в кислород. Также производит баллон CO2. Но это получается у меня в этом, как и в доме, да, стоит. Мы ставили с вами. Угу. Можем ее как-то через дом его выводить. А давайте дальше смотреть. Так, резервуар. Позволяет поставить резервуар с кислородом. Реактор. Ага. А, ну для этого мне нужен что? Мне нужен чертеж. А у меня этого нету. И что делать? Я без понятия. Ладно, на фильтр. Давайте попробуем. Materials. Technology access level increased. Available point for technological advancement. Так, ну это коридоры нам пока не надо, фильтрация CO2. Что по поводу механики? Стоит ли ее дальше прокачивать? Ну, болгарку мы вкачали, да? Нет, не вкачали. Technology access level increased. Available point for technological advancement. Компрессор. Ладно, пока тратить мы не будем. Здесь у нас тоже один. Это у нас служит... Давай попробуем тебя вкачать вот сюда. Electricity. Technology access level increased. Available point for technological advancement. Так, давайте смотреть, что у нас появился. Тут у нас появилась аккумуляторная батарея, здесь улучшение, улучшение аккумуляторной батареи. Улучшение. Так. Это типа ее можно подсоединять или как, или что, или что-то ее... Или это мне нужно внутри ее ставить? Наверное, надо внутри будет ставить, да? Так, ладно, идемте посмотрим. Идемте как раз заодно и посмотрим. Откройся, пожалуйста. Да-да-да, у меня просто заряжается мой этот... как его? Звездолет наш заряжается. Так, давай мы тебя разберем. Инкубатор нам, в принципе, столько и не нужно, как я уже говорил. Так, давай сюда. Все, отлично. И давайте смотреть. Так, чертежи. Вот аккумулятор. Ну, ты тут становишься? Нет, ты тут не становишься. Почему? Может, мне нужно построить для начала... Ладно, давайте для начала попробуем построить, значит, с вами. Да-да-да. Блин, зачем так усложнять игру? Я, конечно, мог включить режим, где у меня все уже прокачано и чисто собирать ресурсы, но... Я думаю, так неинтересно. Так, давай собирать. Все, на тебя хватает. Отлично, тут мы знаем, как поступить. Нам нужно будет отсюда просто вывести тебя сюда. И все вывести туда. Хорошо, давай смотреть на чертежи. Так. Во, ну... Почему ты не хочешь? Что с тобой не так? Available point for technological advancement. Новая технологическая точка. Хорошо. Что? Что ты хочешь? Что не так? Или оно рядышком просто... А, оно рядышком ставится, да? Или нет? Или я неправильно понял? По-моему, оно его рядышком хочет поставить.
Да, вот, вот сюда она хочет его поставить. Ладно. Разбираем. Разбираем. Так. Тогда, наверное, тебя мы поставим. Куда мы тебя поставим? В какую сторону ты? Вот сюда. Тогда давай подальше, значит, тебя рядышком вот тут поставим. Ты что, мешать никому не будешь? Так, надеюсь, что нет. Сейчас, ребята, одну секундочку. И мы продолжим. Так, троечка, пошли. Так, темнеет, надо будет скоро ложиться басечки и чертежи. И давай. Во, да. Бум. Можем еще поставить? Нет, еще поставить мы не можем. Ага, собрать мы тебе сможем? Или по-любому чего-то не хватит? Не хватило. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Тогда что мы делаем? Мы отсюда вот берем этот шнур. Нет, не отсюда. С нашего квадроцикла, который не выключается почему-то. Я не могу понять, почему он не выключается. Почему он вечно в работе? Так, дай. Дай сесть. Алло. Алло, игра. Ладно, давай мне кабель. Ладно, давай, давай. Этот кабель мы подключаем, получается, вот сюда. Чпоник. Отсюда мы, получается, берем, настраиваем. Нет, пока не настраиваем. Берем кабель. Нажимаем на пятерочку. Вставляем. И бегим вот сюда. Все, есть хорошо, отлично. Теперь давай смотреть. Так, 450, да, выдает объем 6,7. Я не знаю, сколько выдавать. Мощность выхода. Короче, давайте на сотку поставим. А кто в курсе, напишите мне, пожалуйста, что я делаю не так и сколько здесь нужно будет как раз с этим аккумулятором. Ладно, пусть на 60 пока не сработает. Здесь у нас, в принципе, тоже все на 100%, правильно? 100%, да, отлично. Что я хотел? Теперь давайте посмотрим по поводу тут. Здесь нужно что-то подключать или нет? Или нет? Есть ли у меня тут кабель валяющий сюда? Есть. Давайте проверим. Нужно ли сюда подключать? Нет, а сюда, походу, не нужно ничего подключать. Так, и сюда не нужно ничего подключать, да? Ладно. Ага, вот такой вот глюк мне нравится, когда выбрасываешь провод, все, он вот так вот зависает. Ладно, надеюсь, тебя разлагает. Так, ага, плата нет, плата не надо. Давай зайди сюда. Колодец. Но колодец мы сотку выдаем, понятно. А здесь мы не выдаем. Что для этого нужно, только я без понятия. Чертежи. Давайте дальше смотреть. Улучшение аккумулятор. Так. CO2. А можно тебя куда-то вот сюда? Нет, ты же у нас в доме просто ставишься. Ладно, идемте в дом тебя поставим. Не знаю, надо ли в доме тебя будет ставить, либо не надо. А, ну да, все, отлично. Давайте попробуем сейчас, наверное, даже посадить с вами пару картошин. Только нужно будет лечь сначала поспать, а потом уже что-то с вами думать. Так, все, оно больше ничего не крутится, значит, делаем его так. Хорошо, пусть пока мне здесь стоит. Ага, а свет... Oxygen 50%. Так, 50% у нас чего-то там. Чего-то там, хорошо. А свет потух из-за того, что не успела, получается, зарядиться, да, аккумулятор наш? Насколько я понял. Так, давай. Дальше разбираться. Открой, пожалуйста. Открой мне, пожалуйста, шлюз. Ты выключился, да? У тебя вообще ничего нету здесь. Объем.
Маловастенько, маловастенько. Самое интересное, что сюда больше ж нельзя ничего подключить. Я правильно все сделал или неправильно? Так, этот кабель у нас идет. Куда этот кабель у нас вообще идет? И почему он сюда идет? Ладно, чтобы я сейчас не перепутал ничего. Так, ну отсюда, ты должен был быть сюда включен. Ну, давай смотреть. Давай смотреть, от чего ты. Или он просто автоматически перекрашивается. Ну, по идее, отсюда оно должно быть подключено вот сюда. Блин, как же все... Ага, все, я уже замерзаю, понял. Ладно, идемте, давайте поспим. А с утра разберемся. Да-да-да, будем замерзать с вами через час. На плюс у нас с вами кислорода маловато. Нужно будет сейчас заправить. Так. Ой. Серьезно? Даже не прибило? Странно, странно. Я думаю, если на нас бы такой бы шлюз бы упал бы, мало нам бы явно не показалось бы. Так, давай наполним водичкой. Чуть-чуть перекусим, заполним и ляжем басечки. А с утра возьмем с вами картосю и попробуем... Так, куда ты упал? Попробуем ее посадить. И... Так, 22:40, давай до 2:03. И такими вот перебежками будем спать, потому что оно что-то у меня не хочет в этом кресле спать больше определенного количества часов. Это немножко напрягает. Надеюсь, что на кровати мы сможем нормально с вами спать. Без вот таких вот переходов. Так, и давай еще крапулечку. Еще вообще крапулечку до 9 часов. Во, отлично. До 9 часов еще подрыхнем и пойдем-с. Так, отлично, есть, хорошо, все. Открываем, открываем. Берем с вами детектор, нет, компрессор, нет. Сеялку, вот, берем с собой сеялку. Давайте попробуем пойти что-то посеять. Просто я не знаю, почему у нас с вами не заряжается наш аккумулятор или заряжается. Все. Пробежал 3 метра. А такое чувство, что ты с полной нагрузкой бегаешь. Так. Это мне надо 450 или что? Объем 19 или это просто 19 450? 19,1 киловатт. Киловатт, да, киловатт. Тут 20, все хорошо. Так, ладно, давайте сотку поставим. Хотя навряд ли у нас тут сотка выдается, если у нас всего лишь двадцатка. Ну, пусть будет. Замкнет, так замкнет, правильно? В этой игре у нас еще ничего не взрывалось. Так что ладно, давайте сотку, пусть будет. Так, хорошо, отлично. Давайте идемте смотреть, идемте разбираться. Так, ага, есть, хорошо. Предупреждение о чем-то там низком. Окей, так, давайте смотреть, давайте попробуем посадить в инкубатор в одну штуку и вот сюда. Так, где наша сеялка? Наша сеялка должна быть где-то... Значит, что она у нас на четверочку, да? Бум, отлично. Так, давайте... Ага, засеяли. Давайте засеем. Бум, 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 засеяли. И давайте попробуем сюда засеять. Не знаю. И посмотрим, где у нас она будет лучше... Будет лучше расти. Так, все, запрятали. Теперь нужно, по-моему, если не ошибаюсь, это у нас первое, да? Нужно подвести туда энергию. Так. Вот у нас тут питание 0,70 нужно дать ему.
Надеюсь, я правильно кручу. Так, сюда тоже нужно дать 1 и 3. Так, ой-ой-ой, чересчур много дал. 1 и 3 нужно дать. Так, 1,28, 1 и 3. Сюда нужно будет дать 3,6 литров воды, насколько я понял. А вот по поводу кислорода я так и не знаю, нужно ли здесь, нужен ли тут кислород. Так, 3,6 есть, хорошо. А тут нужно двоечку. Так, и во, отлично. Все, по идее здесь по нулям, по нулям, по нулям, по нулям. По идее оно должно сейчас работать. Да, все, работает. Ага, вот, да, пошло. А здесь у нас тоже вроде пошло. Ладно, хорошо, закрыли. Давайте посмотрим, что у нас по поводу там новых чертежей. Нет, технологии, да? Ботаника, холодильник. Ну, давайте откроем холодильничек. Да. Новая технологическая точка, я понял, хорошо. Можно мне выйти? О, отлично. Чертежи. Так, насосная станция, нет. Холодильник, холодильник. Гараж. О, шкаф для хранения вещей. Прикольно. Где мы тебя установим? Вот сюда, да? Нет, наверное, пока мы тебя сюда не будем. Один наш холодильник. Алло. Алло, игра. Так, шлюзы. Это не то. Батарея, улучшение. Станция, мастерская. Инкубатор для растений. Коридоры, гараж. Для хранения. Погоди, а это был не холодильник? Или я что не понял? Или где? Или еда? Вот, еда. Ну, алло. Ну, холодильник. Или это называется станция для хранения вещей? Ладно, давайте попробуем. Ну, алло. Если они назвали холодильник станция для хранения вещей, ну ладно. Бум. Ага, это наш, получается, то, что у меня, правильно? Мы сможем... Да, во, прикольно. Но это не холодильник, да. Сеялка для семян тоже убрать. Комплект для ремонта шлема и дуи, в принципе, нам пока мест не надо. Не надо. А где наш холодильник? Так я не понял. Меня опять обманули, да? И почему эти штуки не стакаются? Так, хорошо. Но зато мы здесь с вами немножко разгрузились. Давайте смотреть. Сохранять продукты свежими. Может, это он и есть? Вот это вот, что я построил для хранения этих вещей. Может, эта штука, оно и есть? Или нет? Ну, это мастерская, понятно. У нас появился для хранения вещей. Ага. Так, кто в курсе? А ну. Хотел сказать, напишите мне в чатике. Ну и ладно, так, хорошо. Попробуем здесь похоронить с вами продукты. Конечно, не факт, что у нас получится, но... Тем не менее, попробуем. Так, давай тебя зарядим. И я не могу понять, почему у меня не выключается мой... Этот, как его... Мой вездеход. Почему он вечно работает. Как мне тебя... Так, использовать. Я что-то кручу. Так, наполнить кислородный баллон. Смогу ли я наполнить баллон с углекислым газом? Так, запустить. Так, не нужно заполнить баллон. Почему? Давайте посмотрим. О, два. А, у меня заполнены. Ну, давайте попробуем поменять. И попробуем подойти и заполнить. Наполнить кислородный баллон. Угу. Угу. Интересно. Интересно, ребят. Прикольно.
Значит, мы здесь можем сделать с вами кислород. Но сам кислород и баллон с углекислым газом. Так, ладно, ладно, хорошо с этим разобрались. Это тут работает. Все, молодец, умничка, закрыл, да. Умничка. Давайте разбираться. Здесь у нас все еще растет, правильно я понимаю? И сколько оно будет расти? Сколько по времени оно будет расти? Почему тут водичка не поступает? Долго, долго, однако. Так, а что по поводу энергии? Нужно ли тебе на кислородный баллон передать? Либо не нужно. Знаете, что я предлагаю сделать? Давайте, наверное, сейчас одну секундочку. Кое-что сделаем. Сейчас мы эти все штуки с вами разберем, чтобы не путаться. И потихоньку, помаленьку будем потом, если что, добавлять. В принципе, нам так много пока есть, я думаю, и не нужно. Так, давай мы тебя тоже разберем. Так, и тебя мы тоже разберем. Пока мы с одной штукой поработаем, как раз чтобы не путаться. У нас здесь такой будет полусклад, полуогород называется. Это мы тоже разобрали. Все, отлично, хорошо. Здесь у нас склад, здесь мы можем кислород делать. Осталось бы еще сюда кровать поставить. А кровать, наверное, мы с вами чертежи не сможем, да, поставить. Для этого что нам нужно? Устройство для извлечения семян из собранных растений. Ага. Нужно улучшение. Так, переработка пищевых продуктов. Прикольно. Система выращивания растений, замедляющая их увядание. Так, что это такое? Маленький ящик. Угу. Хорошо. Это... который извлекает и сжимает повышение... Угу. Окей, окей, окей. Хорошо. Так, что у нас здесь? Нам нужен чертеж. Чертеж какой нужен? Так, разрешение трансформатора на два дополнительных модуля. Угу. Я вот эту штуку, но мне нужно, получается, этот, как его, чертежи. Давайте смотреть, забытый планшет. Как мне использовать планшет? Скажите мне, пожалуйста, как мне его использовать, если кто в курсе? А, вот, химия, ботаника, материалы, математика. Так. Что это? Знание. Задание. Не то. Инвентарь. Забытый планшет. Запрос 50. Ведут разработки нового функционального устройства. Я прошу разрешения установить в мастерской принтер. Угу. Угу. Окей. Кого чего. Хорошо. Все, больше нету планшетов, правильно? А, ну давайте посмотрим. Да, больше планшетов нету. Значит, нужно два раза на них мышкой было тыкнуть. Окей. Так, чертежи. Появились ли какие-то у нас новые чертежи? Наверное, нет, да? Наверное, нет. Или да. Так, чертеж. А нет, вот, я могу сделать, смотрите. Да, я нашел в планшете какой-то чертеж. Так, а куда мы с вами пойдем? Либо аккумуляторные блоки служат для хранения, но это мы с вами, по-моему, прокачали, да? Да, прокачали. Здесь дальше идет увеличает емкость персонального. Ага, либо мы пойдем с вами, получается, в расширенный трансформатор, да? На два дополнительных модуля. Так, верстак. В тех случаях, где нельзя рассчитывать на поставку
запасных частей позволяет отремонтировать поврежденные печатные платы. Но я думаю, пока мне надо поврежденных печатных плат. Еще далековастенько, как вы думаете. Я думаю, нам это не надо, правильно? Так что нужно будет, наверное, с вами открыть вот это и посмотреть. Давайте пойдем вот сюда. Electricity, technology access Все, level increase. отлично. Available point for technological advancement. Супер, супер, супер. Давайте пойдем посмотрим, как это все работает. Так, где ты находишься? Чертежи. Вот и где, да? Вот улучшение трансформатора. Ты сюда у нас становишься. То есть мы теперь сюда сможем с вами еще поставить солнечные панели. Правильно я понимаю? Солнечные батареи поставить и сюда через один запитывать. Отсюда будет выход, насколько я понял. И что это нам дает? А это нам ничего не дает. Потому что у нас всего лишь здесь один вход и один выход. Ну, давайте, наверное, все-таки поставим. Я думаю, штука прикольная. Пока мне сделать, наверное, мы его не будем. Нужно будет посмотреть. Не знаю, либо сюда солнечные панели нужно будет вытянуть в эту сторону. В эту не хочу, потому что здесь я хочу строить наши дома. Значит, нужно будет, наверное, взять наши солнечные панели. Где наши на чертеже солнечных панелей? Наверное, в эту сторону их уводить. Вот сюда и вот так. Дополнительно. Так. В какую сторону будет смотреть? Давайте, наверное, в эту поднять можем. Так, где у нас? Почему ты не поднимаешься? Нет, поднять мы тебя не можем. Ну и, в принципе, нам и не надо, правильно? Ладно, давай поставим раз. Сразу поставим два. Сразу распределим их. Так, давай ниже. Ага, а я вот эти штуки не повернул, да? Ну, я думаю, не смертельно. Никто не будет смотреть, в какую сторону мне повернуты кабели. Так что нормальное расстояние или нет, или ближе можно. Нет, наверное, вот так. Хорошо, раз. В эту сторону смотришь, и без разницы, все, я уже поставил. Так, отлично. Давай, наверное, сюда. Так, потом возьмем провода. Подсоединим их сюда, как раз на выходы. И здесь можно будет рядышком поставить еще, получается, два вот таких вот генератора, которые мы подключим к нашим новым зданиям. Нужно будет разбираться с вами по поводу кислорода. Как его и что. Так, без вас, наверное, я играть дальше не буду. Я думаю, на этом серию можно, в принципе, закончить. Начало у нас с вами положенное. Огород мы посадили, кислород мы сможем уже добывать. Здесь хорошо, здесь можно хранить вещи. И здесь у нас же семена. Так что, в принципе, отлично, в принципе, я доволен. Только почему оно так долго растет, я без понятия. Поднять. Я просто боюсь нажать поднять, чтобы я не сорвал это все. Так. Мне просто интересно цикл роста. И работает ли оно, либо не работает. Так. Ага, вот, рост 3,89%. Стадия выращивания... Одна из двух. Вот, видите, с левой стороны пишется 3,89. А тут у нас получается, давайте посмотрим. Здесь у нас 5%. 5,21, тут как-то быстрее все идет. Но это все равно эксперимент, правильно? Так что не будем сильно с вами расстраиваться. Я надеюсь, что в следующей серии мы с вами пойдем куда-то. Куда-то, куда нам надо. А куда нам надо будет? Давайте посмотрим. Так. Модификация, управляющая производительность солнечной панели. Модификация. То есть у нас солнечные панели будут лучше работать. Правильно я понимаю? Так, это у нас энергия. Ладно, давайте по поводу ботаники посмотрим. Лабораторный стол.
Так, функции скафандра поддерживает регенерацию выносливости. Ага, теплица. Вот, сможем до теплицы с вами дойти. Но для этого, чтобы пока нам дойти до теплицы, нужно будет 2, 4, 6, 7, 8 баллов. А баллы мы с вами получаем, получается, за то, что мы сажаем. Не знаю, за то, что я буду собирать урожай, дадут ли нам баллы. Если да, то будет прикольно. И я так не могу понять, где наш холодильник делся, потому что вот это вот похоже, наверное, на холодильник. Только почему я здесь храню, могу хранить свои вещи, я так и не понял. Ну и ладно. Так, все, ребят. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Я думаю, на этом мы будем заканчивать. В следующей серии мы дальше уже будем с вами разбираться и думать, что да как. И как бы побыстрее бы развиться, чтобы поставить где-то тут кроватку, чтобы мы могли спокойно с вами отдыхать. Нужно будет, наверное, еще дойти до теплицы, как я хотел, здесь сделать шлюз и выводить его дальше. И нужно будет сделать себе, что я хочу, я себе хочу. Сейчас я вам покажу. Улучшенную балагарку. А до балагарки мне нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень далеко идти. Я даже не уверен, что я смогу ее, в принципе, выкачать без этого, как его... Mechanics. Technology access level increased. Да. Available point for technological advancement. Так, нужно открыть технологию верстак. Ага, где наш верстак? Вот, технология верстак. А что мне для этого нужно? Что мне для этого нужно? Что ты как бы... А я не помню, это, по-моему, нужно что-то варить, правильно? Разбирать, собирать. Ага, 25 штучек. И, по-моему, производство. Так, давайте сходим домой, посмотрим. Посмотрим, посмотрим, посмотрим. Да-да, я знаю, что я уже попрощался со всеми, но буквально одну секундочку. Посмотрим, сможем ли мы что-то с вами сделать и что у нас с вами есть. Еще я зря руду собирал. Так, давай зайдем, посмотрим. Инвентарь. Вот и все. Кальция, конечно, мало я нашел, но ладно. Распечатка. Что мы сможем с вами сделать? Так, труба для воды и газа не надо нам. О, электроника. Электроника. Угу. Стеклянная панель, электроника, алюминий, кремний. Я не знаю, давайте, наверное... Так, посмотрим, сколько у нас, в принципе, электроники. Где наша электроника? Стальные пластины, стеклянная панель, электроника. 67 штучек, да? Давайте немножечко сделаем. Сейчас как раз посмотрим. 6.23. Как раз посмотрим, здесь ли тут у нас добавляются очки навыков, либо нет. Так, где ты, электроничка? Электроничка, электроничка. Так, вот ты где. Давайте, наверное, штучек 10 попробуем сделать. Долго делаешься, не так как... Гвоздики наши делались. Так, забрать электронику. Давай сюда. И давайте посмотрим. Было 6.23, 6.43. Угу. А мне нужно 25. Я не знаю, сколько мне нужно будет сделать электроники, чтобы это прокачать. Ну, либо мне нужно будет сейчас с вами что-то попаять. Правильно я понимаю? Так, 6 было... Было-было, но прошло. Давайте попробуем собрать солнечную панель. Посмотрим. Ну все, 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 все. Крица старый, прекращай. Так, давай попробуем тебя собрать. Давай попробуем тебя собрать. Сможем ли мы тебя собрать? Так, электроника собрали. У нас там было 6 с копейками, правильно? Если не ошибаюсь. Так, давай соберем тебя. Не знаю, попробуем до конца собрать, получится, не получится. В принципе, у нас вроде все есть. Если что, пойдем доделаем. Так, не бейся, пожалуйста. Крица, не бейся по скафандру.
Да, хорошо. И давай тебя тоже соберем. Отлично. И давайте смотреть. 19-23. Ага. А ну, если мы до конца с вами эту всю красоту запаяем. Сможем ли мы с вами дойти до болгарки второго уровня, чтобы я мог просто разбирать здания? Зачем мне разбирать старые здания? Во-первых, это ресурс, а во-вторых, чтобы я потом не путался, где я был и где я не был. Ну, то есть залутали место, разобрали и поехали, как говорится, домой. Нужно еще будет разобраться как-то. Да, есть. Отлично, нужно будет еще разобраться с этой, с мини-картой. Как-то ставить метки, если здесь они вообще, в принципе, ставятся, чтобы мы с вами не заблудились. Потому что я такой, я себя знаю, я смогу по-любому заблудиться. Все, отлично. Давайте смотреть. Нам нужно что? Нам нужен верстак, правильно? Давайте откроем верстак. Electricity, technology access level increased. Бум. Available point for technological advancement. Идем сюда. Mechanics, Отлично. technology access level increased. Болгарка Available второго point for уровня. technological Отлично. advancement. Mechanics, technology access level increased. Болгарка второго уровня. Отлично. Давайте теперь попробуем с вами отсюда выйти. Здесь на наш массасайкл и съездить, попробовать разобрать. Сможем ли мы разбирать? Либо нам нужно будет построить, как говорится, построить столик, в котором мы будем с вами улучшать болгарку. Но сейчас проверим. Сейчас, как говорится, проверим, сколько у нас. 80% хватит, я думаю, нам туда и обратно за по глаза. Так, все, тормози. Дай мне, пожалуйста, в руки болгарочку. И, пожалуйста, разберись, я в тебя прошу. Угу, чтобы иметь возможность. Улучшите свою болгарочку. Каким образом мне это сделать, если я тебя улучшил? Ну вот, болгарка второго уровня. Или до какого мне нужно? До третьего уровня идти? То я же задолбаюсь туда идти. Почему ты не разбираешься? Хорошо, материалы. Так. Комплект для ремонта шлема. Это мне не надо. Небольшой 3D принтер необходимо. Это не то. Может, нам нужен какой-то стол типа верстака. Тут на верстаке мы можем чинить, получается, а здесь так. Патч программного обеспечения скафандра помогает использовать при работе с верстаком. Очень интересно, но мне нужен стол для улучшения. Где мне его найти? Где мне тебя найти? Ладно, разберемся. Разберемся, я думаю, в следующей серии уже разберемся. Может, все-таки можно что-то разобрать? О, тихо. Хлебушек, ля, лежит. Лежит, молчит. О, металлолом, могу. А некоторые вещи могу, смотри. Бум. Пакет шурупов дали. Понятненько. Значит, нам стол для улучшения не нужен. Нам нужно идти просто по ветке развития. По эволюционной ветке развития, чтобы мы смогли с вами болгаркой разбирать. Бум. Есть. Тебя мы по-любому не разберем, да? Да, мы теперь не разберем. А давайте посмотрим, что мы сможем с вами внутри поразбирать такого. Тут не сможем. Хорошо. Так.
Все, заходим. Берем в руки болгарку. Как там? А вот и Джонни. О, шкаф можем разобрать, да? Али, что я разбираю? Да, что нам... Так, маленькая труба X2, прикольно. То есть можно походить, сейчас будет без записи, попробовать что-то поразбирать. Эту штуку, наверное... О, эту можно разбирать. Ну, ломать не строить, правильно, ребят? Ля, 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 что творю? Бам, маленькая стальная труба, стальная пластина, пакет шурупов. Так ты шо, вот это мы богатые с вами будем. Вот это мы богатые с вами будем. Так, большая монтажная плата. Она зелененьким светится, потому что она повреждена, правильно? И нам нужно будет ее чинить или нет, или да, или кто? Или кого? Так, ладно, все, ребят, я сейчас буду заниматься уничтожением всего, чего только возможно. А с вами уже увидимся, как говорится, в следующей серии и займемся дальше строительством. Так что все, всем пока-пока и до потом.